Всем добрый вечер, день, утро, у кого как. Сегодняшнее видео будет о том, как я делал тепловентилятор на 12 вольт в качестве балласта для балластного регулятора на проекте Дача 2. Думаю, видео помните, где я высказывал как бы небольшое опасение, что может аккумулятор быстро выйти из строя из-за того, что балластные лампочки не справляются с полным сжиганием энергии. И поэтому необходимо будет сделать балласт. Он будет 12-вольтовый, с нехромовой нитью и 12-вольтовым вентилятором. Как, из чего и почему именно так я его сделал, я расскажу в этом видео. Погодка у нас интересная, гром гремит. Корпусом для тепловентилятора служит блок питания с его стандартным вентилятором. Он подклинил, я его разобрал, смазал. Сейчас он крутится отлично. Внутренности мы сняли, убираем. Они послужат донорами для балластных регуляторов других. Далее. Делается вот такая штучка, заготовка. Здесь будет крепиться 5 спиралей по 100 Вт каждая. В 12-вольтовой системе там чуть меньше 10 ампер. Это текстолитовая, эбонитовая, у кого как. Но главное, токонепроводящая пластинка. Я сделал ее вот из такой вот прокладки, в каком-то из трансформаторов она использовалась. Алюминиевая пластина. Расстояние между отверстиями 1,5 сантиметра. Крепятся на клепке обычной алюминиевой. Спирали сделаны, их будет, ну, пока что их две, но они с тепловоза, с какого-то мне вот такую вот спираль хорошую подогнали. Методом я подключил через ваттметр один конец спирали, вторым щупом ваттметра на разном расстоянии делал съем потребляемой энергии и вывел, что от 28 виточков такого нехромовой нити потребляют 110 Вт. 5 нитей, итого где-то около 550 Вт будет мощность на заклепках алюминиевых. Приклепал ниточку. Желательно, конечно, максимально плотно и максимально ровно. Вот здесь вот, где закругление, да, вокруг клепки, которая делается, максимально ровно, максимально плотно, чтобы без больших зазоров заклепать, и большое поле контакта было на этих клепках не хрома, а алюминия. Вот такой вот набор тенов будет помещен сюда. Конечно, аэродинамику надо там соблюдать будет. Желательно вот так поперек потоку ставить. Но тут длина спиралей не позволила вот так просто поставить. Плюс еще алюминиевые тоководящие, ну, токопроводящие пластины, они тоже. Поэтому я сделаю вот так. Вот так его поставлю. И ветер будет дуть вот так в спирали. Ну, я думаю, теплозабор будет, обдув, тоже хорош. Вот так. Все. Сейчас приклепываем. Сейчас приклепаю вот сюда проводки выводящие. И подключу сюда же вентилятор. Крепить буду вот так. За вот тут будет два отверстия. Вот так в воздухе через проставочки будет держаться вся эта конструкция посередине блока питания. Вот на таких двух импровизированных ножках с этой стороны и с этой. Также клепками будет приклепан вот на таком уровне этот тен. То есть вы обратили внимание, что нити прикреплены к тоководам. Плюсу, грубо говоря, к минусу. А уже сам весь этот тент через диэлектрик прикреплен к корпусу. Кнопку, кстати, эту можно выпаять и использовать ее для балластника, для регулировки там верхнего и нижнего порога начала слива.
удобная вещь, можно будет ее вытащить. Все, и вентилятор также на плюс и минус. Обязательно провода надо будет подписать. Этот балластный регулятор, балластник сам этот, он будет все-таки иметь полюсность для того, чтобы вентилятор не спалить. Получился вот такой вот тепловентилятор. Ветер дует вот отсюда, видно вентилятор. Ну, он в торец дует спиралем. Это не, как бы, не является в данном случае стандартом, потому что разные блоки питания, разное расположение вентиляторов. Но теперь только закрываем это крышкой. И вот в таком виде получается тепловентилятор. Так, проверим потребление в 12-вольтовой системе данного. Да, аккумулятор просаженный. Ну, 450 ватт в 11, на 11 вольтах. 40 ампер почти. Вентилятор работает тихо. Совсем. Спирали в этой мощности нагреваются до красна. В общем, вот. Вот так я делал. Тепловентилятор 12-вольтовый на из блока питания от компьютера сгоревшего, нехромовой нити и стандартного вентилятора. Кому понравилось, ставьте лайк, кому не понравилось, дизлайк. Задавайте вопросы, чем смогу, помогу. Всем пока!